Кабардинка – курортный поселок в Краснодарском крае, расположенный между Геленджиком и Новороссийском. В Кабардинке очень тепло и много зелени, а также чистое море и спокойный климат. Популярное у туристов местечко считается самым солнечным из черноморских курортов. По статистике, ясных дней здесь намного больше, чем в Сочи и Анапе. Причиной тому – уникальное место расположения. Протяженность набережной более 1,5 километра. С чистыми галечными пляжами. Расстояние от коттеджного поселка Кедровая роща всего 450 метров до моря. Это меньше 10 минут прогулочным шагом. При этом на вашем пути к морю вы обнаружите необычный парк природного и культурного наследия под названием Старый парк. Коттеджный поселок Кедровая роща представляет собой элитный поселок закрытого типа, где вы найдете свое уединение, тишину и покой. Дом находится на участке правильной формы с небольшим уклоном, что позволяет с любой точки земли и дома наблюдать живописные виды на Черное море и зеленые горы. Вокруг все утопает в реликтовых пицунских соснах, а также на участке имеются взрослые плодовые деревья и дают возможность наслаждаться своими плодами в сезонное время. Коттеджный поселок Кедровая роща имеет все центральные коммуникации – газ, электроснабжение и центральную воду. На данном участке есть скважина с артезианской водой. Дом имеет 3 уровня – цоколь, первый этаж и второй этаж. С каждого этажа есть выход на задний двор и на террасу. Данный дом общей площадью 527 квадратных метров. Площадь террасы почти 89 квадратных метров. Установлен открытый бассейн и финская сауна, которая будет согревать вас в зимние дни. В доме 7 изолированных спальных комнат со своими ваннами и санузлами, а также гардеробными комнатами. Большая кухня-гостиная имеет выход к бассейну и на задний двор. Хочу сделать акцент на панорамном остеклении данного дома. Оно лаконично сочетается с классическим стилем его фасада.
Посетив это место, вы не сможете не влюбиться в него, а я помогу вам осуществить вашу мечту.